чего выспала, от гормонов. Я что-то даже немного соскучилась по прямому. Резину меняю. Колесики. А за какую еще победу деньги дают? Я не знаю. Это меньше, что меня интересовало за время пребывания там. Яна дома. Настроение. Настроение хорошее. Я не бухаю. Это кофе. Оля, я передаю тебе привет. Наши на монтажке я. Брови держатся, брови сходят. Через пару недель на коррекцию. Я сохраню эфир. Права, конечно же, есть. Гучке 3 года будет в январе. У меня губы, кстати, сохнут относительно того, что они красивые. Сейчас они вообще никакие. Я обиделась. Не нужно обижаться. Не нужно в себе ничего плохого таить. Обида — это вообще последнее чувство, которое должно у вас быть. Какая машина? Давайте я вам камеры покажу, вы сами найдете. Отгадайте. По поводу высыпала, да. Что-то меня капитально накрыло. У Гуччи был, да, свой инстаграм. Я как-то однажды хотела его вести, но потом надоело мне. Это не дожидаясь, сегодня посмотрела, кажется, видео. Расскажи все-таки, как вы сбежали к ним. А, это не к ним мы сбежали. Когда второй сезон приезжал, в общем, мы с Костиной через крышу спустились, прыгнули. Там расстояние, по-моему, в 1 этаж, но там склон очень узкий, в костюмерке. И так мы и пробрались через костюмерку, через туалет там на 2-м этаже, чуть ниже нашей общей моей спальни. Там они нас ждали, там сквозная дверь, и вот мы в туалете там сидели. Ну, там туалет, соединенный с ванной. А почему такая милая надпись на свитшоте? Это просто мне подарили. Привет, 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 привет. Детей хочу, хочу, скоро будут. Ох, ребят, не нужно мне ярлыки навешивать. Почему только с Костиной? Потому что я не помню, где была Зоря, а Гора, по-моему, писала синхрон. Евгения Матвеева, я передаю, передаю тебе привет. Что у меня с мимикой? Она живая. Она иногда даже, могу сказать, живет своей жизнью. Не всегда ее могу контролировать. Так уж завелась с детства. Ничего не могу с собой поделать, извините. Такая, какая есть, другой не буду. Кофе, капучино, покрепче. Часто кашляю, потому что я хожу зимой в холодную погоду в кроссовках летних и без шапки.
и в свитшоте только. Могу в шортах выехать ночью в магазин. И такое бывало. Я на шиномонтажке. Я же уже отвечала. Мой любимый напиток из алкогольных или безалкогольных? Ничуть не изменилось. Ну, вот видите, не зря я написала о том, что это был эксперимент. Он не удался. Есть такое понятие, что когда ты хочешь провести над собой какой-то экспериментик, не всегда бывает, что у тебя получается сделать то или иное. Но на внешнем, безусловно, оно не отразилось, оно не могло отразиться. Потому что лицо мне другое, и волосы нарастить некуда и невозможно. А также то, что у меня в глубине души, у меня в сердце, не узнает никто. Какие у меня щелчки и механизмы поменялись в голове, до этого тоже ни одна душа из вас не дойдет. Обещаю. Я, по крайней мере, за свои 23 года делаю для этого все. Чтобы только совсем малая часть людей подразумевала о том, какая я. Поэтому такой у меня пунктик в голове стоит. Тебе это хорошо. Ну, могу сказать точно, что волосы я все-таки решила, да, отращивать. Мексика, конечно, понравилась. Только не совсем долго мы там пробыли, чтобы повидать ее, посмотреть свободно. Было там полдня, когда мы могли себе позволить отдохнуть немного. Была бы классной тёлочкой, но жаль. Ну да, это выбор каждого. Он бесит, когда ты, Саша. Ребята, на меня никто не может плохо влиять. И когда мы с Сашей Настей, я все по-прежнему стою сама собой. Ну, я действительно хотела отрубить пальцы и ходить в перчатках. Я меломан. У меня нет определенного жанра музыки, который мне полюбился бы. Что за часы? А, все? Так, все, ребятки, ладно, я прощаюсь с вами. Сколько там? Да.